Всем привет, ребята! Я вас рада видеть на моем канале. В этом видео я сниму влог, что нам дают в нашем ресторане. Он у нас находится вообще очень близко от нашего номера. И сейчас покажу его. Вот. И я покажу блюда, которые нам дают на завтрак. У нас очень большой выбор еды, и сейчас я вам ее покажу. Вареные яйца, бутерброды, колбаса, помидор, бекон и омлет. Еще есть фасоль, вот такие вот пироженки и овощи. Есть две воды, апельсиновая и грейпфрутовая. Огромный выбор булочек. Апельсины, сливы и грейпфрут. Также тут есть абрикосовый компот и вишневый компот. Еще есть два йогурта. Такой и такой. Еще выбор колбас. И автомата с хлопьями, шариками и с овсянкой. И молоко, чтобы заливать. Овощи. Вот. Творог. Есть еще сыр. Еще чайный аппарат. И автомат с соком. Тут вот за вот этим столиком можно взять себе колу, спрайт или фанту и там прочее. Наша столовая. Конечно, некоторые блюда я не показала, но в основном я показала почти все. Взяла себе хлопья. И мама взяла яичницу, десерт и вот что взял папа. Мы уже пришли с моря, и сейчас мы пойдем на обед, и я покажу, что нам будут давать. Сок, вот, они в таких вот мисках. Сюда поставили десерты. Рыба, рис, мясо, какая-то штука. Вон мясо и картошка фри. Майонез, горчица и кетчуп. Также тут есть фрукты. Четыре вида мороженых. Один такой, такой. И такой, и такой. Есть он стаканчик. Есть макароны. И какие-то соуса, чтобы их поливать. Еще тут есть салаты. Я сама себе картошку фри, мясо. Суп вот такой вот и колу. Мама взяла себе суп. Фасолевый суп взяла. Вот. И папа взял тоже суп такой же. И сейчас я пойду на ужин и покажу, что нам будут давать. Все еще также есть овощи, салаты. И сейчас покажу вкусняшки. Вот еще вкусняшки тут есть. Смотрите, я, наверное, себе вот таких вот возьму. Вот. Перец, мясо, рис, котлетки и картофельный шарик. Тут есть фрукты, добавился арбуз и фруктовый салат. Соусы. По-прежнему макароны. Взяла себе колу, макароны, мясо, помидор. Мама взяла себе арбузы и вот. Вот и подошло к концу наше видео про наш ресторан. Сейчас мы кипятим чайник и набрали печешек. Сейчас будем пить чай и ложиться спать. Всем пока-пока!